Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. ЛДПР планирует внести поправку о довольствии солдат срочной службы на уровне минимального размера оплаты труда. Фракция ЛДПР предложит поправку к законопроекту о довольствии солдат срочной службы, который будет рассмотрен в первом чтении. Предложение партии будет подразумевать оплату срочной службы на уровне минимального размера оплаты труда. Данную информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на слова первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по обороне Александра Шерера. По словам источника, внесенный в первое чтение закон подразумевает получение срочниками суммы от 2500 до 2700 рублей в месяц. Как заявил Шерин, ЛДПР будет вносить поправки ко второму чтению законопроекта, поскольку, по мнению партии, военнослужащий должен получать за несение службы и ежемесячную зарплату хотя бы на уровне минимального размера оплаты труда. Следует отметить, что с 1 января 2020 года МРОТ в России составляет 12 130 рублей. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на сайте военноедело.ком.